надо снять, как он катается. А еще буду сейчас кататься. Ну, гуляй. Мне потом проще его пристегнуть. Поделку, да? Я с этим. Ну, я снимаю. Еще сейчас будет. Ну. А там палки. Будет по часам будет. Сейчас посмотрим. Бешеный кабачок. Все, пошли, гуляй. Вперед. Всем привет. Буду рассказывать, показывать своих мышей. Вот это Беся. Он родился 27 грамм. Не сосал сам мамку. Вот этот Джоник. У них разница. Этот родился в 26 апреля, а этот в августе. В один год. У них там несколько месяцев разница. Беся был лысый, мне его отдали, он вообще на крысу был похож, я его просто посадила к Джонику, потому что у меня не было вообще вариантов, что с ним делать. Короче, Беся у нас был, начал обрастать шерстью, был ужасно страшным. Каждое утро Джонька его облизывал. Джонька, он что-то там травку, кушай, мой зайчик. Что бросил? Облизывал, и в какой-то момент, после того, как его Джоник облизал, я поставила ему купалку, и Беся стал вот таким вот ровным, вообще ровным, абсолютно красавцем. Я их сегодня тоже купала, но вот, видимо, дома жарко, и как-то вот немножко неровный он какой-то, что ли. Наверное, все-таки они эволюционируют и линяют. Да, Джонь? Джонька? Весна. Мы сегодня купили морозильную камеру. Завтра нам ее привезут с 10 до 8. Погуляли с собакой. Убралась вот у нижних у всех мышей. Да? Беся. Весеныш. Ой, что-то психушка. А? Беся. Беся. Ну, куда? Третий этаж, то есть очень высоко. Джонь, ты что такой контуженный сегодня? Вот. Сейчас супруг чистит снег, собака у меня спит. Все, ну-ка прячьтесь. Закрываю решетку. Вот верхний, нижний шпингалик. Я даже на средний не закрываю их. О. Достала Витон. Что-то у меня какая-то грустная собака. Мы сейчас вернулись с леса, он вообще спит. Посыплю ему ужин Витоном. Палец он. Ой, простите. Лопнувший ни хрена не заживает. Кровь там постоянно сочится. Ванечка! Ванечка! Где мой зайчик? Сейчас купаться будем. Песка подсыплю, просею и купаться будем. Причем Ванда у меня купается очень редко. Стоит песочник, ванна стоит. Она практически не купается. Она если раз в два месяца туда залезает, это хорошо. Не знаю, что с ней. Вот Шуенник купается как-то почаще. И Иви. Она вон. Вон Ивка. Ивка. Ивка спит. Она тоже плохо купается. Шуень. Иви. Мои зайчики. Да, да. Ладно, давайте. Всем пока. Дел буран. Еще на связь веду. Пока. Ой, нет, нет. Сейчас он залезет. Вот так вот. Вот так вот. Они очень старые. Не знаю, по 12 минимум. Вот он на 2 года старше Ванды. Наверное, ему лет 12, ей лет 10. Все, пока. Вон Шуенник лупается, вон Ванда. Ванечка.
это ящик для хранения овощей в холодильнике. Я их покупала по акции, там не знаю сколько штук, может штук 5. Они не открываются, не рассыпаются, не опрокидываются, как вот эти вот такие на боб похожие, синие прозрачные ящики. Ну, как-то так. Ваня! Ой, господи! Ваниш! Ванда! Вот, короче, они хлюпаются. Все, давайте, пока!